Группа сервера Samparonix Drift DM. Все переходим по ссылочке в описании. Ссылка будет и в комментариях. Заходим, подписываемся. Тут сразу же есть айпишник сервера, Discord, их чат в ВКонтакте, вот он. Телеграм их. Заходим, общаемся, находим друзей. Маппаки, которые надо будет вам скачать, вот здесь. Тут есть для слабых ПК, есть для мощных ПК. На видео были показаны для мощных. Вот сразу же мониторинг, товары. Создатель сервера Александр Ковалевский. Так что вот, все. Переходим, подписываемся. Мы приступаем к ролику. Приветствую тебя. И сегодня я хочу порекомендовать сервер Samparonix Drift DM. DM-сервер про дрифт, про тачки. Ну, смотри, короче, дальше, если тебя это заинтересовало. Что же есть на сервере? На серверу имеется много интересных плюшек, например, такие как аксессуар. Нажимаем Alt, открывается игровое меню. Заходим в настройки персонажа. Аксессуары. Давайте я сейчас одену на спину скейтик. Вот он скейт. Все, вот он сразу у нас сзади появляется. Давайте сейчас опять же зайдем. Аксессуары. Надену маску демона. Вот маска демона. Вот так вот она выглядит. И давайте еще для красоты вообще попугая. Аксессуары. Попугай на плечо. И вот так вот мы уже вот с этиком таким хопа бегаем. Вообще отлично. За эти аксессуары придется платить игровые деньги. Их можно... Также на сервере есть модификации. Что же эти модификации делают? Сейчас вы все сами увидите. Строки персонажа. Аксессуары. Вот. Модификации. Модификации. Давайте оденем Дарт Вейдера. Но прежде чем его одеть, мы должны написать в чат. Скин выбрать. То бишь нам вот пишет сам то, что не, вам необходим скин 68. Вы прописываете скин 68. Вот. Дальше. Что мы делаем? Нажимаем Alt. Настройки персонажа. Аксессуары. Модификации. Модификация Дарт Вейдер. Опля. Вот такой у нас теперь Дарт Вейдер имеется. Аксессуары. Модификации. А теперь демон с крыльями. Нужен скин 200. Используем его. Настройки персонажа. Аксессуары. Модификации, демон с крыльями. Вот. И теперь давайте оденем мой скин. Вот. И вот такая модификация у нас имеется. Она стоит 10 тысяч. За каждая стоит 10 тысяч. В сервере можно еще телепортироваться, что довольно удобно. Вы можете переместиться в любые города. Дрифт места. Дрифт трассы. Парковки. Деревни. И маппаки. А что же такое маппаки? Сейчас я вам все внимательно покажу. Так, теперь я вам показываю, что такое маппаки. Мы их установили, теперь нажимаем Alt, открывается игровое меню. Телепорты, маппак. И давайте выберем, допустим, Сакина. Давайте, что мы будем спускаться. Вот, вот этот наш вот маппак. Отлично. Теперь LG. И вот она у нас. Вот так. Это дороги дополнительные. Ну, дрифт трассы, как я уже и говорил. Так. Давайте сейчас еще на один пойдем. И я вам дальше покажу все остальные плюшки. Давайте. Опять же. Телепорты. Маппак. Вот сюда. Она сюда телепортировала. Вот она. Что-то такое. Давайте исполним Мелоди. Едем. И вот такие у нас маппаки. Ну, я, конечно, рекомендую сразу же скачать, с ними играть, чтобы у вас все было. Сразу же все карты были. То бишь, его надо скачивать в официальной группе ВКонтакте. Оно в описании, кстати. Смотрите, что мы сейчас делаем. Сейчас мы открываем путь к нашему сампу. Мы его открыли, вот он у нас остался. Что мы делаем? Зажимаем Ctrl, нажимаем самп, нажимаем дата,
Теперь создаем папочку. Вот, мы нажали Ctrl-V, все, у нас оно теперь сохранилось. Зачем я это сделал? Я скопировал вот эти файлики, если у вас будут какие-то проблемы с мап-паками. То бишь, могут быть у вас какие-то с ними проблемы. Это резервная копия на всякий пожарный. Как ее воспользоваться? Мы сохранили, что дальше делать? Мы просто заходим в наш путь вот этот, к нашему сампу, и удалим просто самп и дату. А потом... Ну вот это перекидываем. Все понятно? Думаю, да. Так, открываем теперь модпаки. Мы сделали резервную копию. Теперь что мы делаем? Модпак HD. Перекидываем сюда. Все, сейчас оно закидывается у нас. Тут, кстати, когда вы скачиваете, есть инструкции, если что. Найти файлы. Сейчас я вам покажу. Что же может VIP и почему его все-таки стоит купить на этом сервере? Возможности VIP. Получить бонус X2 за дрифт. Взять же пак, наблюдать за игроком, телепортироваться к игроку. Заспавнить вертолет танк. Не, подожди, гидра я не знаю. Я знаю, что вот это танк, вот это вертолет. Телепортироваться по метке. Можно телепортироваться к игроку. Заспавнить полиции мега инф. Летать на акуле, попугае, дельфине, черепахе, чтобы заспавнить и чтобы выключить животное вот это. Время мута тюрьмы снижается в 2 раза, ребята. И вот тут сразу же пишет, просить у администрации любого ранга выдать вам VIP или любой донат строго запрещено. Будьте наказаны вплоть до бана. Давайте зайдем сейчас в VIP-меню. Что же мы можем взять? Вот джетпак он. Все-таки вот сразу же дается, все нормально, типа... Сейчас давайте залетим наверх, чтобы дальше все это обозревать. Так, положили. Давайте теперь ВМ. Транспорт. Давайте посмотрим, что такое гидра. А, это истребитель. Все. Можно заспавнить вот нам истребитель. Дальше что мы можем еще заспавнить? Мы можем заспавнить хантера. Любишь вертолет, в нем можно летать. Мы можем заспавнить танк. Вот он. Стреляет, кстати, да. Так, вылазим. Что у нас еще есть? Давайте в М транспорт. Мега Инферус. Короче, на вот этой штуке вообще летать можно. Давайте я вам сейчас покажу. Смотрите. Опа. И античит не кикает, потому что она видит, что это типа VIP. Все дела. Вот, на ней можно летать. Чтобы на ней так летать, быстро клацать LKM. Левую кнопку. Давайте тэпнем все вот здесь. Yes. Вот мы ускоряемся, просто скорость, смотрите. Вот так летать можно вообще. Да, но, конечно говоря, я вам не рекомендую этого делать. Так, на всякий пожарный. Да. Что же у нас есть еще? Давайте. ВМ. Транспорт. И полиция Инферус. Он не умеет летать. Вот видите, не умеет. Ну, она довольно тоже быстрая. Она полицейская такая, с мигалочками. Что там у нас по летучим животным? Летучие животные. Давайте попугай. Вот. Попугай. Так, мы на нем летаем. Левая кнопка мыши это вверх подняться. Правая кнопка мыши это вниз опуститься. Shift это вот так вот быстро. Это все быстренько. Давайте еще посмотрим, что у нас есть за животное. Вот давайте pet 0 напишу. Это акула. Это что быстрее. Pet 1. Это дельфин. Pet 2 это же наш попугай. И Pet 3 это черепаха. И вот так мы можем летать. Вот. Вот и все, в принципе, функции VIP. Так, ребята, у меня есть своя банда под названием Irzing. Так что давайте заходите. Банда у нас вот. Симабанд. Информация. Вот. Имя Ирзинг. Ребята, вступайте, заходите. Я вас всех приму, всех приглашу. Смотрите. Вот наша секретная база. Давайте гейт пишем. То бишь открываются ворота. Сейчас я закрою.
Что же у нас на этой базе есть? Оп-оп. Вот такая у нас фишечка есть. Мостик такой есть. Вообще красота идеально. Вот так встать можно. Тема лютая. Так, теперь тут мусорка какая-то. Да вот. У нас тут пулемет стоит. Машины чтоб не проезжали. Открываем двери. Вот тут танцполик. Тут можно вот биться. Вот спортом заниматься, пострелять, типа. Ну, типа пострелять, на самом деле нельзя. Что еще у нас есть? Это, короче, типа качалки, бильярды. Вот такая тема есть. Спускаемся еще ниже. А ниже у нас вот такая база еще. Кстати, ребята, тут можно дома покупать, если что. Ванная у нас такая, типа. Можно вот покупать дома. Я уже сам купил дом. Вот тут 10 тысяч, всего лишь 10 тысяч дом стоит. Понимаете, как? Ну, это дешево. Это реально дешево. Вот, тоже 10 тысяч вот стоит. То есть довольно дешевые дома. Это мой дом. Я вот здесь купил. Типа вот в него я там могу зайти. Вот еще. Короче, заходите. Всех жду. Всех банду приму. И мы спавнимся вот. Вот здесь мы спавнимся. Вот прям перед входом. Вот тут. Поэтому все, давайте, ребята. Всех жду. Заходите на сервер. И будем вместе играть и стримить. На этом сервере Сампи есть группа ВК, как я уже говорил в видео. Есть Дискорд сервер. Есть телеграм-канал. Все это будет в описании канала. Заходите. Сегодня будет стрим в 20:00. Запускаю стрим на этом сервере в Рониксе. Заходим. Всех принимаю в банду. И будем дрифтить люто. Дэмиться, стреляться. Пойдем по плюс-сэшим, дуэльки, все дела. Все будет на стриме. Заходите, всех жду. И играйте на этом сервере.